убирать. Машину выиграл. Друзья, всем привет! Снова рад вас приветствовать в новом видео. Сегодня мы приехали на европейский чемпионат Гупи вместе с Костей. Костя уже там внутри. Сейчас и мы зайдем, посмотрим, как это все выглядит. Как это все смотрится. Народу, конечно, очень много. Даже если посмотреть по количеству машин, ого-го. Ну а тут, конечно, посмотрите, что творится. Посмотрите, сколько аквариумов. Я даже боюсь представить, какое количество тут будет. Я не помню, сколько тут было их представлено. Надо еще спросить у Кости. Возможно, он знает. Довольно много. Я не знаю, как тут даже показать, но я что-то постараюсь вам показать из интересных погод. А также, скорее всего, я выпущу еще ролик отдельный, где покажу все-все-все породы, которые присутствовали. Тут также и блогеры присутствуют немецкие. Вот снимаю. Покупатели. А кто бы это мог быть? А не Костя ли это? А? Не, говори, не Костя. Ну точно, он. Костя. Ну что, ты уже посмотрел? Вам можно ехать. Можно ехать? А как же поснимать? Ребята-то не видели эту красоту. Есть породы, которые тебе понравились? Они мне все нравятся. Так что, тогда увеличиваем количество аквариумов у тебя дома. Мы у тебя поставим. Ну, хорошо. Пока Костя пошел туда, мы пойдем сюда. Посмотрим. Что там? Вот. Вверх. Смотрите, как интересно. С подсветкой. Ага, он там еще подсвечивает. Вот интересный момент, который надо также для себя заберить. Есть стенд. Походу будут тут медали вручать за первые, там, вторые, третьи места. Куча призов. Еще вижу разнообразные корма. Вот только что Саша проходил в бой, немецкий блогер, в котором мы уже пересекались не раз. Также есть пакетики с подарками. Алло. Все доброжелательные, здороваются. Вот. Идем дальше. Алло. Вот, ребят, также. Это как раз те люди, которые профессионально занимаются кубиками. Очень известные в Германии. Куда ни пойду, везде Саша снимает губиков. Вон он. Ну, я думаю, что мы посмотрели так снаружи, как это выглядит. Я вот смотрю, 84-98. Это аквариум. Все они определенного размера. Ну, я даже не знаю, сколько здесь. Какое количество? Вот 103 уже нашел. Ну, вроде как я видел там цифрок больше. Я думаю, вам это все не интересно, нумерация. Вам, конечно же, интересно увидеть рыбу. Что еще вот хотел показать? Тут вот стоят аэрлифты. Ну, не знаю, удастся ли нам к ним подойти. Надеюсь, все-таки удастся. Такая красота. Вот. Видите, разные размеры. Видите, для разных аквариумов. Возможно, чуть позже попрошу Костю, чтобы он объяснил. Если вот с этими аэрлифтами нам все понятно, вот что вот это такое, я пока не понял. Возможно, это для мальков отсадники. Вот, вот так это все выглядит. Пенопласт, в общем, какая-то емкость. Внутри есть аэрация и типа вот так вот оно что-то там делает. Обратите внимание, ребят, есть вот такие вот сбоку держатели. Мы тоже
как по мне, удобно для лифта. Надеюсь. А, ну вот, еще фиксировать можно. Для кого-то вот идея новая. Нормально, посмотрите, как аэролифты послают. Как по мне, очень и очень даже серьезно. Напор воды. Посмотрите, гамбургский фильтр. Вот он, в реале. Вот смотрите, еще есть вот тут. Прям, я не знаю, поток воздуха, как аэрация. А, ну вот она, губка вот снизу. Вот она. Есть, есть. Еще я видел вот тут, краем глаза, видел для Артемии вот такие емкости для удобства. Тут, конечно, по хорошим делам вообще бы неплохо здесь пройтись, сразу снять. Но, ребят, тут прям такое количество людей, что я с рюкзаком вряд ли здесь смогу пройти. И очень-очень узко. Но это не говорит о том, что я вам сейчас не покажу кубиков. Herzlich willkommen zu unserer diesjährigen Kubischau. Es geht ZD in Eggersmühlen. Für Deutschland, Österreich, Schweiz. Und für das wirklich super nette Aktion, dass ihr uns so weit unterstützt. Ich habe natürlich, ich habe extra gewartet, weil der Zippel mich auch nicht unterstützt. Ja, Herr John! Ну что, Костя, давай. Пробуй. Wow, auch 5 oder 10? 10. Типа ничего хорошего, да? Что-то зеленый, походу, нет. Не фартовый. Не открывай, зеленый не открывай. Это вот ребята лотерею тут тянут. Интересно, суперприз какой? Вот, что у тебя за номер? Ничто. Что-то как... Не только зеленые, не очень счастливые. So ein Pech, los nochmal. А, еще. О, 192. Фортуна повернулась. Фортуна. Сейчас пойдем забирать. Сейчас пойдем. Машину выиграл. Машину выиграл. О, мазь пошла, подрежь колбаски. Сейчас. О, поперлась так. О, красные под 600 пошли номер, видишь. Все, пошло дело. Блин, попал все-таки. Ну, красный под 600. Короче, так, сейчас, не брать. Сейчас пойдем это узнавать, что там. Какая машина. Чего там? Если мы сейчас их завернем и скажем, поменяйте на желтый. Можно я поменяю на желтый? Мне просто этот цвет не нравится. Очередь надо отстоять, чтобы получить приз неизвестный. Здесь уже такие наполовину уставшие, он уже плавать не может.
Namen. Сейчас вот, ребят, стоим, ждем, пока рыбу упаковывают, и в дальнейшем можно ее забрать. Номера называют, типа, кому надо подойти. Ну, так вот, очередь покупателей, которые на аукционе купили уже рыбку. Видите, есть термобоксы стоят. Вот. Ждешь, пока назовут твой номер. Костя тоже купил немножко, ну, сейчас посмотрим, что он там купил. Всех выгнали. Все покупатели здесь находятся, там только продавцы и те, кто упаковывает. Помогает сейчас вот в этом всем. Ну вот то, что взяли. Вот. Вот они, бедные. Там сколько пробыли, еще пока везли. Но эти без скидки, ну, с растениями. Когда покупаешь. Ну, это мы, конечно, вернее, я уже придумал. Я не знаю, это или не это было без скидки. Вернее, ну да, без скидки, что растения положили. Потому что два в пакета, остальных не положили.